Всем привет! Вы на канале Светлана Никичук, спортивного диетолога, специалиста по функциональной нутрициологии и автора и ведущая онлайн-проектов по коррекции веса. Сразу скажу, что я человек, который допускает глютен, молочку и полностью отвергает любые диеты и работает только по медицинской диетологии. А ссылки на мои программы вы найдете ниже под видео. Ну а сегодня мы с вами знакомимся с нашей третьей героиней Ольгой, которая имеет очень сильную мотивацию для снижения веса – это стать мамой. Я не буду вам спойлерить и рассказывать все наперед, смотрите сами и вдохновляйтесь. Еще одна наша история, за которой вы будете наблюдать. Поехали! Оленька, привет! Я очень рада, что у нас наконец-то получилось созвониться. Вот. И у нас сегодня такое первое интервью. Расскажи немножечко о себе, чтобы наши зрители с тобой познакомились. О себе как просто про Олю. Меня зовут Ольга, мне 35 лет, я работаю флористом и с недавних пор задумалась о том, чтобы заняться собой и своим телом. Хорошо. А вот теперь давай подробнее про себя и про свое тело. Расскажи вообще, в каком, ну, какой твой комфортный вес, когда ты увидела, что ты начала поправляться, в каком возрасте это случилось, что ты предпринимала в связи с этим, вот, пробовала ли худеть, были ли какие-то успехи в этом? Вот подробно прям расскажи. Да, пробовала худеть много-много лет. У меня комфортный мой вес 72-75 килограмм. Самый такой идеальный, я бы сказала. При моем росте 170 сантиметров. Вот этот вес был самый комфортный. Начинала я где-то набирать вес после 20 лет. То есть мне в 22 года по чуть-чуть, по килограмму каждый год прилипало. То после праздников новогодних, то после каких-то, ну, не знаю, отпусков и так далее. Я сначала не обращала внимания, ну, как бы 72-75, а когда уже к 80 вес стал прибавляться, я начала диеты. Я сидела на диете Дюкана, я худела, потом вес держался чуть-чуть совсем и снова набирался. Я была участницей марафона, где надо было за месяц скинуть там 5-7 килограмм. Все это было в режиме очень такого жесткой диеты, жестких тренировок. Естественно, мой организм потом сказал: так, давай отожремся, нам нужно срочно это заесть, стресс, куда-то уехать и набрать снова и еще больше. Вот. Потом был момент, когда мне сделал муж предложение, я тогда была в весе 107 килограмм. И, конечно же, я, примерив платье, поняла, что я никуда, ну, ни на какой фотографии я не получусь без кучи ретуши. Мне нужно срочно худеть. Я наняла тренера, пошла в зал, села на очень жесткую диету. Естественно, у меня потом был откат. Диета что под собой подразумевала? Ну, это сладкое, мучное, сахар исключаем, порции урезались, количество приемов пищи было минимальным, было все время чувство, что я хочу спать, мне ничего не хочется, раздражает все, но я шла к цели, мне нужно было за 3 месяца скинуть хотя бы 10 килограмм, я их скинула, и за наш медовый месяц, за 2 недели, я привезла снова эти 10 килограмм, и потом еще набрала, по-моему, 5 килограмм, ну, то есть... У меня все вернулось еще с лихвой. Поэтому вот такой я был опыт. Я сделаю сразу такую пометочку, да, потому что у нас интервью, и плюс я вот еще тебя слушаю. Кстати, я Олину историю слышу первый раз. Вот я только читала общую анкету, вот сейчас вместе с вами слушаю первый раз. Просто хочу сразу такие делать вставочки для наших зрителей, потому что, собственно, этот проект у нас создан был для того, чтобы люди мотивировались, да, чтобы они вдохновлялись чужими результатами. Но также для того, чтобы они еще и обучались, чтобы они получали какую-то пользу, да, и учились, так сказать, на ошибках других людей. А, смотри, ты говоришь, что ты на жестком питании, на жестком, да, то есть ты говоришь, порции маленькие, приемов пищи мало, редко, да, большие физические нагрузки. И при этом ты сбрасываешь 10 килограмм за 3 месяца. А да. Я скажу, что 10 килограмм за 3 месяца вот ты бы сбросила на достаточном калорийном питании. То есть при весе 107 килограмм у нас было бы с тобой там минимум там 1800-1900 калорий. Вот.
Это прям были бы большие порции, то есть ты бы не испытывала бы вот этого чувства, что ты прям реально жестко голодаешь. Потом у тебя было бы 4 приема пищи, представляешь, и ты бы сбросила те же 10 килограмм. А, это я сейчас хочу сказать нашим зрителям о том, что не всегда чем жестче, тем лучше срабатывает. Вот многие боятся, там, у нас тоже такое бывает, приходят на программу и говорят: «О, вы мне такую калорийность даете, 1600, да вы что, я в жизни так не похудею». Вот. На самом деле нет, организм очень хорошо отдает вес именно тогда, когда у него нету таких больших дефицитов именно в энергетическом плане. И второй момент еще добавлю, что по поводу вот этого состояния, да, ты говоришь, я все время хотела спать, у меня не было сил. Вот это прямо говорит про то, что обмен веществ замедлился до минимума. Вот прямо это яркая картина, да, что происходит. Ты ешь мало, организм не будет тратить на таких же оборотах, как тратил раньше. Он начинает тоже быстро все замедлять. Ну, я всегда говорю это на примере зарплаты. Получаешь, там, не знаю, 100 долларов, и тратить будем 100 долларов. Мы не можем тратить 10 тысяч при зарплате 100 долларов. То есть всегда уравнивается поступление и расход, всегда это уравнится. И получается, что вот это состояние, да, сонной мухи, нет сил, нет настроения, это даже называется метаболическая депрессия, потому что тебя все раздражает. В общем, это все проявление быстрого замедления метаболизма. И потом, как только ты расслабилась в отпуске, да, то есть у тебя все, поняла, все, фотосессия позади, цель достигнута, все. И здесь вот еще появилось питание в избытке на вот этот медленный метаболизм, замедлившийся, большую калорийность, и моментально все улетело, конечно же, в лишний вес. То есть вот это такой очень яркий пример того, что нельзя жестко снижать вес. Это не даст быстрее результат, лучший результат, но откат будет 100%. Вот. А, слушай, вот еще мне очень интересно, ты сказала сейчас про диету Дюкана. Это тоже диета очень такая известная, да, она набрала в свое время очень большую популярность, и ей очень многие пользовались в 2000-х годах. Вот, скажи, как долго ты на ней была и почему ты не оставила ее как образ жизни? Вот. Там есть три фазы. Первая – это белковая фаза, несколько дней, она самая жесткая. Потом добавляются овощи, а потом уже идет фаза закрепления. Вот эта фаза закрепления, она может длиться несколько месяцев, и уже организм адаптируется. Но не все могут так долго выдержать вот этот, ну, как сказать, жесткий прессинг, что это нужно, это не нужно. Как-то вот все. Мне было тяжело постоянно на подсчетах сидеть. Хотелось немножко как-то расслабиться, что ли. Ну, не знаю, мозг как будто бы считал, что у меня не диета, а какая-то каторга. И я с нее слезла, потому что, наверное, были слишком агрессивные условия для меня. Вот. Тоже один из примеров, да, вот что вообще диета Дюкана, она еще у тебя не было никаких побочек в виде, там, не знаю, боли в желудке, там запоров, еще чего-то. Я уже не помню, это было много лет назад. Единственное, что я помню, что после каких-то диет у меня появились в почках песок. Я не знаю, с чем это связано, но он появился. И отеки. У меня большие отеки появились, сильно большие. Вот я даже сказала бы, что это может быть связано и с диетой Дюкана в том числе, потому что такая большая белковая нагрузка на почки, а в диете Дюкана именно это и происходит, потому что там очень много белка, вот, она может давать вот такие последствия. И, соответственно, если у нас в почках появляется песок или камни, да, то есть такая вот идет большая нагрузка на почки, соответственно, появляются и отеки в том числе. Вот. Это, кстати, хорошо, что ты упомянула. Так, я поняла. Значит, вы с мужем поехали, расслабились, начался медовый месяц, вес вырос обратно. И Да. что? И случилось самое страшное, когда вес дал резкую нагрузку снова на позвоночник, у меня разболелась спина, я села на уколы, я не могла согнуться, у меня постоянные были дикие боли, уколы мне перестали помогать, я пошла к врачу, и вот там я расплакалась, потому что мне сказали, мой вес не входит в МРТ. То есть там стоят МРТ дешевые, есть дорогие. В поликлинике городской стоит дешевый МРТ, он до 100 килограмм. И мне сказали, дорогая моя, хочешь проверить свой организм, что у тебя там болит?
похудей, пожалуйста, сначала на 7 килограмм, чтобы влезть в него. И я просто расплакалась, потому что, получается, мой вес стал не просто, ну, лишним весом, он стал обузой и ограничением мне в спорте. То есть я перестала кататься на велике, потому что спина очень болела. Потом следующее у меня полетело колено, когда я неудачно зашагнула, но я считаю, что это было именно из-за нагрузки на суставы. И я полгода восстанавливала колено. Я тоже не могла ни заниматься, ни ходить. Я хромала, у меня отекла нога. И я просто лежала, плакала и понимала, что это все из-за последствий моего веса на мой организм. Вот. Ну и, наверное, самое обидное, что когда я ходила к врачу, мне сказали врачи, что если ты хочешь детей, то проверь организм. Я проверила, мне сказали, у вас все здоровое, органы здоровые, иди, там, беремени, рожай, но, говорит, скинь вес, потому что ты, скорее всего, не можешь из-за этого забеременеть. И тут я еще раз расплакалась, потому что, получается, это уже не просто моя проблема, а проблема моего рода, проблема то, что я могу стать, не могу стать мамой. Это, наверное, самое страшное. Объясню просто для наших зрителей, которые сейчас нас смотрят, какая взаимосвязь вообще невозможностью забеременеть и вот лишним весом. При том, что вроде бы как все будет нормально, да, вроде бы, казалось бы, по гинекологии. Но дело в том, что лишний вес, он всегда будет ассоциирован с высоким инсулином. Всегда. То есть не может быть, что прям инсулин в норме, все в норме, а вот вес большой. То есть это всегда будет ассоциировано, потому что, собственно, из-за повышения инсулина у нас начинает расти вес, инсулин повышается из-за высокогликемического питания, ну и так далее. И вот когда инсулин высокий, а это же гормон анаболик, то есть гормон, который стимулирует все расти, он будет стимулировать расти жировую клетку, он будет стимулировать расти, кстати, мышцы в том числе, но и также он будет стимулировать расти фолликулы. И очень часто синдром поликистозных яичников именно связан в основном, да, вот я скажу так, у всех женщин, у которых есть лишний вес, у них у большинства, наверное, 90%, по крайней мере, такую статистику называют гинекологи, эндокринологи, о том, что 90% женщин с лишним весом, они будут иметь синдром поликистозных яичников. И это будет связано напрямую с высоким инсулином. Поэтому действительно забеременеть очень тяжело. Вот. И даже если это получается, вот я еще такие вот часто наблюдаю ситуации, что я забеременела, и вы знаете, я не успела похудеть. Сейчас вес там уже за 100, и я вот понимаю, что я буду еще больше. Расскажите, как мне быстро сейчас бросить вес? То есть уже сбросить вес во время беременности ну, практически невозможно. И это и будет неправильно, потому что нормально, да, вес набирать вот, во время беременности. Растет ребенок, появляются околоплодные воды, растет матка и так далее. Вот. И уже ставить себе цель похудеть во время беременности, это будет крайне неправильно. Поэтому классно, конечно, подготовиться к беременности, подготовиться к материнству, восстановить вес, восстановить свое самочувствие, да, там даже спина и все остальное, все, что может быть еще также нагружено беременностью, все это нужно восстанавливать до. Какая твоя главная мотивация, Оля, похудеть? Ну, в первую очередь, я хочу стать мамой, потому что я думаю, что как только я приведу вес в норму, у меня личная жизнь моя наладится, потому что, конечно, мой вес, он и сказался на личной жизни тоже. Муж смотрит на меня по-другому, я себе не нравлюсь, я не хочу как-то проявляться в его сторону, да, все время какие-то дискомфорты с одеждой. Я хочу быть красивой, а приходится покупать какие-то мешки на свое тело. И вот это все, оно сказывается на том, что, ну, конечно же, для того, чтобы появился ребенок, нужна любовь. А чтобы была любовь, я хочу, чтобы в первую очередь любовь у меня была к себе. Вот это, наверное, моя главная цель – вернуться в спорт. Я катаюсь на сноуборде, я катаюсь на велосипеде. У меня хорошая активность по жизни. А мой вес, он мне все сейчас это ограничил. Потому что, когда я на Эльбрусе спускалась при весе 100 килограмм, я упала, и я думала, что я сломала себе грудную. Ну, где-то вот здесь у меня был ушиб, он болел месяц. Потому что при таком весе падать категорически страшно. Это можно переломать себе ключицу, ребро и остаться вообще неизвестным инвалидом, наверное.
Знаешь, еще такой вопрос. Вот ты говоришь, вес набирался постепенно. А в связи с чем? Вот как ты думаешь просто, в связи с чем? После диет я поняла, что да, у тебя было похудение, и потом были резкие скачки веса вверх. А в связи с чем он вот в принципе вот так вот рос планомерно? Может быть, это есть какие-то, не знаю, там вредные привычки в питании, еще что-то вот. Да, у нас в детстве мы много работали, у нас было поле, и когда физическая нагрузка большая, ты калории потребляешь нормально, и они все уходят не в жир, а в энергию. А когда уже, конечно, поменялось вот это все, да, я уехала учиться, поступила, пошла на работу, на сидячую в том числе, и там уже мой вес, конечно, при таком же питании стал расти. Плюс, когда появился стресс на работе, очень сильно у меня сказался тоже рост веса. Ну, он был планомерный за 3 года на руководящей должности, и я умудрилась поправиться, ну, на 15 килограммов за 3 года. Он был по чуть-чуть, но он рос. А питалась я, и, видимо, из-за стресса постоянно хотела то сладкого, то мучного, то не хотела есть утром, хотела есть на ночь. Ну, вот что-то такое было. И постоянно я плакала. Я приходила домой, меня трясло. Конечно, при таком режиме я не могла не есть что-то вредное. Ну, это как, знаешь, заедание стресса было, я бы сказала. И вот, кстати, то, что ты говоришь сейчас, то не хотела есть утром, то хотела есть вечером. Кстати, вот эти две вещи очень сильно взаимосвязаны. Потому что, естественно, ты утром не поела, целый день у тебя стресс плюс там, ну, там какое-то питание. Вечером ты пытаешься компенсировать, во-первых, то, что ты не доела днем, достаточное количество калорийности, плюс расслабиться. Вот проблема, да, вот этого заедания стресса. Очень много людей пишут, а может ли быть такое, что я поправляюсь на стрессе? Может, но только если этот стресс глушится едой. То есть мы можем себя очень быстро успокоить, такая наша физиология, именно поев. Да, и вся кровь приливает к желудку, к желудочно-кишечному тракту, и мы успокаиваемся. То есть у нас включается вот эта парасимпатическая нервная система. Вот. И наедаясь на ночь, получается, таким образом компенсируя немножко, снижая, успокаивая себя, снижая стресс, ведь процессы пищеварения происходят не так быстро ночью, они происходят гораздо медленнее, чем днем. И по сути ты просыпаешься на утро с полным желудком, с полным кишечником, и ты не хочешь есть. И история повторяется, ты опять не позавтракала, опять вся эта история со стрессом, с недоеданием, и вечером опять это переедание и так далее. Вот. То есть вот здесь вот, кстати, разорвать вот этот круг нужно, начиная с того, что ты начинаешь утром завтракать, берешь с собой еду на работу, да, то есть вот стараешься компенсировать достаточное количество и калорийности, и строительных материалов в течение дня, и тогда вечером это будет гораздо легче. То есть уже справляться только с нагрузкой вот стресса, да, в большом аппетите будет проще, когда ты, по крайней мере, сыт. Вот. Я поняла. Скажи, к какой цели ты хочешь вот перейти? Какой у тебя на сегодня вес? Вот начнем с этого. Вес у меня 107 килограмм на сегодня. Смотри, какая цифра, она прям тебя преследует. Да, вот замуж выходила 107, сейчас 107. Кстати, сколько ты уже замуж? Ну, мы вместе были 5 лет, а потом он мне сделал предложение, и уже год вот как замужем. Поняла. И к какому весу ты хочешь прийти? Я думаю, что к тому, в котором мне было больше всего комфортно. Это 72-75 килограммов. 72-75 килограммов. Хорошо, я буду обязательно рассказывать в отдельном видео, как мы с Олей работаем, о чем, какое питание мы выбрали, какая у нас калорийность, какие физические нагрузки. Я это обязательно все расскажу отдельно. Вот, у нас будет регулярно, раз в месяц мы будем делать выпуски, можно посмотреть и в Инстаграм нашу историю, и также на Ютубе будут полные выпуски. Вот, и, кстати, можно сейчас в комментариях написать Оле слова поддержки. Оля, тебя, кстати, дома кто-то поддерживает? Да, у меня муж, он бывший тренер, и когда он узнал, что я иду не одна, а мне помогаете вы, он сказал, наверное, тебе именно этого не хватало, потому что каждый раз, когда я сама это делала, у меня, знаете, были какие-то такие, ой, ну, завтра праздник, я, наверное, потом на диету сяду, ой, ну, завтра у меня вот там живот болит, не пойду на тренировку, а тут у меня какой-то вот контроль, он меня очень мотивирует. Я всегда хотела, чтобы у меня был какой-то такой наставник, который
который в этом разбирается, который мне близок по духу. И когда я смотрела вашу страничку много лет, я мечтала, думаю, интересно, как это вот, что она вот будет вести меня лично. Это, наверное, какая-то несбыточная мечта. И когда я прочитала сообщение, что я, ну, проекте, я расплакалась, потому что я не верила, что у меня наконец-то мечта эта сбылась, потому что это так здорово, это, не знаю, делит твою жизнь на до и после. Я сейчас пошла, купила новый телефон, чтобы записывать вот эти конференции. Я пошла, мужу сказала, что все, мне нужна срочно кольцевая лампа со светом, мне нужно там какие-то атрибуты, чтобы я все красиво записывала, я буду всем показывать свой результат, я хочу этим делиться, я хочу, чтобы люди, которые будут смотреть на меня, они вдохновлялись и понимали, что одной тяжело, а вместе это круто, это помогает. Это правда помогает. Даже когда я худела, я тоже брала контроль. Да. И коллеги, то есть это действительно помогает. Кстати, это вот сейчас Оля говорит о том, что это какая-то несбыточная мечта, на самом деле это все очень доступно у нас на проекте «Нутрициологика». Это большой курс. Там, кстати, есть сопровождение мое личное, поэтому можно всегда попасть в проект, прийти и провести вместе со мной 8 недель и получить хорошие результаты. Вот. Ну, а мы с Олей будем делиться нашими результатами. Я верю, что все получится, потому что, кстати, вот такой серьезный настрой. На самом деле, я не говорила Оле покупать телефон, лампу, еще что-то. Это исключительно ее инициатива. Достаточно, чтобы начать снижать вес, да, что нужно, какие основные инструменты. Это весы кухонные, весы напольные, сантиметровая лента. Кстати, и все это можно купить очень бюджетно, не обязательно покупать дорогие весы, да, все это прям самое-самое бюджетное можно купить, но главное, чтобы и те, и другие весы были электронные, вот это вот важно. Вот. И все этого достаточно для начала похудения. Но такой вот Олин настрой, он говорит прям, что она реально серьезно берется за дело. Я даже не боюсь показывать эту историю. Вот, я, кстати, когда работала в фитнес-клубе, я нанимала персонал, я когда выросла до старшего тренера, и для меня было большим показателем, когда к нам приходил тренер, и в первую неделю своей работы он покупал новые кроссовки, я понимала, что этот тренер с нами надолго, потому что он прям реально серьезно настроен, он сделал вложение сразу же в свою работу, то есть и он с нами будет надолго. Вот поэтому Оля говорит сейчас про кольцевую лампу, я понимаю, что 72 килограмма мы с ней обязательно достигнем. Вот. Да. Огромное тебе спасибо. Мы с тобой не прощаемся, потому что будем еще сейчас обговаривать все нюансы по питанию. Мы начинаем как раз в понедельник, вот, а ровно уже через там несколько недель мы обязательно выйдем также в таком же эфире в видео и поделимся с вами нашими результатами. Вот.